Выступление барабанщиков – это традиционное начало сбора пионеров города Кумертау. За годы своей работы у пионерской организации города Кумертау сложилось много добрых традиций. Это речевки, гимн и сборы. Сегодня представители всех сотрудничеств собрались на площади в честь праздника. Пионерское объединение отмечает свое второе рождение. 23 года назад была создана республиканская детская организация «Пионеры Башкортостана». В него влились и пионеры города Кумертау. С этим событием учащихся поздравила заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Также Наталья Михайловна дала первое в этом году поручение организации. У вас такая интересная форма, промо-акция. Позвольте мне, как члену пионерской организации, старшему товарищу, дать вам поручение. Согласны? Первое ваше дело в этом году, в год 60-летия нашего города, вы должны будете посвятить нашим ветеранам, нашим первостроителям и истории города. Согласны? Далее учащиеся дружным строем по аллее первостроителей последовали к Центру детского творчества. Всего в этом году детская общественная организация «Росток» объединяет 11 содружеств, в котором насчитывается порядка 3500 пионеров. С преобразованием Всероссийской организации пионеров поменялась лишь атрибутика. К примеру, галстук. С 90-х годов он многоцветный. И каждый цвет имеет свое значение. Желтый – это цвет солнца. Красный – это остаток того старого галстука, который весь был красный. Это флаг Башкортостана, а сзади на желтом фоне нарисована пчелка. Она охраняет наш Росток. В ходе общения участники акции рассказали нам о том, чем занимаются их организации. Ребята отметили, что их деятельность интересная и увлекательная. Ну, конечно, очень интересно. Мы ездим много куда на разные конкурсы, на пионер 3-го тысячелетия ездили в этом году. Мне там очень понравилось, и вообще мы занимаемся добрыми делами. Также вот сейчас это мы устроили эту акцию. Вот, да, вместе устраивали эту акцию. Ну, кто ездил на пионер 3-го тысячелетия, у нас было такое предложение. Устроить акцию для нашего города. Помогать жителям добрым нашего города. Участвовать, проводить акции. На площади перед Центром детского творчества участников промо-акции ожидал сюрприз. Для них выступили солисты вокальной студии «Бис» под руководством Риммы Бабенко и группы XDA под руководством Регины Багаудиновой. Целью этой акции было создание положительного имиджа пионерской организации нашего города. В ней приняло участие более 300 человек из всех пионерских содружеств нашего города. Главной целью работы на этот год является развитие и пропаганда пионерского движения города Кумертау. Старт дан. Впереди пионеров ждет увлекательная работа. Айгуль Мухаммедшина, Ильнур Аминов, новости.